Книга «Открытым оком». Тема «Старообрядцы». Том 12, вопрос 2651. Владыка Андриан, чего, по-вашему, до сих пор не поняли в старообрядцах окружающие? Ответ. Кавычки открываются. Боюсь, что список может оказаться слишком долгим. Начнем с того, что наша церковь русская и православная. То, что мы вынуждены были стать старообрядцами, лишь результат стечения исторических обстоятельств. Но веру-то мы содержим ту же, что и преподобные Сергий Радонежский, Александр Свирский, Кирилл Белозерский и благоверная Анна Кашинская. Это вера, взятая из Византии, в которой за столько веков ничего не изменилось. Речь не только об обрядах, книгах и богослужебных чинах. Есть еще такие понятия, как дух церкви, подлинная соборность, свобода, остающаяся свободой даже в гонениях. Акцент на обрядность не отражает полноты наших отличий от, скажем, патриаршей церкви. Второе, о чем хочется сказать, растущее общее непонимание между миром современным и миром традиционным. Мы, члены Церкви Христовой, не можем возвести забор между собой и гибнущим миром и спасаться, так сказать, корпоративно. Мы должны ежедневно напоминать сами себе слова Святого Евангелия. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Наш долг – идти и пробуждать в современниках веру, проповедовать Христа. Но как это делать? Очевидно так, чтобы сограждане перестали воспринимать нас как чудаков, продолжающих спор 300-летней давности. Мы сделали свой выбор в пользу древней традиции православия и готовы об этом рассказывать всем на современном языке. Тогда, может быть, одним непониманием в мире станет меньше. Кавычки закрыты. Далее комментарии Игнатия Лапкина на эти слова Андриана. Если Андриан духовный человек, то не может же он не понимать того, что он сам сказал. В этих словах его приговор всему старообрядчеству. Ибо как раз этим его словам они все 350 лет и противились, и яростно сопротивляются сегодня. Рассказывать нужно не о древней традиции, а о Христе, проповедовать Христа. Далее Игнатий Тихонович приводит еще раз ему цитату Андриана. «Наш долг идти пробуждать в современниках веру, проповедовать Христа, но как это делать?» Как это делать, подчеркнуто, выделено жирно, вернее. Этому старообрядцы не учили и не учат. Деяния 4.12. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Матфея 10:32-33. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Римлянам 10 глава 9-10 стихи 14-15-17. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали?
Как слышать без проповедующего, и как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Чистый лист на столе, и на нем карандаш. Даже ночью дежурят, примостясь к телефону. Ожидание мое то пожара, то краж. Так хотел умудриться прожить без урона. Мысли новые птицы случайно и мелькнут, но и тень их желал зафиксировать в память. Чуть сигнал их, лаская друг к другу прижму, белый лист и перо не позволят им кануть. Чуть едва не успел в суете растворяться, уже новые мысли плывут рассуждения, а сверкнувшего след за решетчатым пряслом только часть ухватил, что не купишь за деньги. Снова комнату мерить привычкой тюремной, по горячим следам успеваю лопатить, нить тяну от библейских событий нетленных, все дороги не к Риму, к Голгофе, к распятию. Часто проповедь знаю уже на зубок, и заранее ждущих себе представляю, как стоящих лицом развернуть на восток, указать на Христа, не на храмовый глянец. Чистый лист испещрен пережитыми днями, на уступах почти незаметны следы. Не привык сиротою невнятное мямлить, и не стоит незнанием плетень городить. Что по Библии, да, будет, да, на листе, в благовестии, да, и по жизни лишь, да. Ну а если же нет, значит, нет во Христе, там по злачным местам не ступала нога. Слышал, рукопись будто в огне не горит, но сгорит вся земля, словно щепка в печи. Жив вовеки лишь тот, кто в Иисусе сокрыт, в благодати доплыл и почетно почил. Мысли, думы озвучить на пользу хотел. Сон критиков вызвал и сон критиканов. Да не будут слова, словно души без тел. Благовестие день, воплощение настанет. 28 января 2005 год, Игнатий Лапкин.